Ремонт Казанского моста во Владивостоке планируют завершить до конца мая. Об этом главе города Константину Шестакову сообщил Валерий Галделин, руководитель подрядной организации. Во время ремонтных работ на Казанском мосту, которые ведутся по заказу РЖД, были выявлены необозначенные в проекте кабели. Их необходимо сохранить и обойти. Без этого продолжение ремонта не представляется возможным. Сейчас в проект вносятся корректировки. В марте планируется продолжить работы. Константин Шестаков настоятельно рекомендовал подрядной организации предпринять все меры для того, чтобы мост начал работать с полной нагрузкой. Мы встречались с подрядчиком Казанского моста. Работу он должен был закончить в ноябре месяце. Вместе с заказчиком, с российскими железными дорогами, мы заслушали его будущий план. Понятно, что сейчас в холодное время года вести работы по асфальтированию не представляется возможным. Мы договорились о том, что при наступлении положительных температур, а именно необходимо достигнуть температуры в плюс 5, он снова приступит к работам, и до конца мая текущего года он эти работы в полном объеме выполнит. Мы попросили пристальное внимание коллег из РЖД обратить за реализацию этого проекта, и в случае несоблюдения достигнутых договоренностей принять решение о расторжении этого контракта, ну и включить этого подрядчика в список недобросовестных.